Всем привет. У нас все растаяло уже за 2 дня, можно сказать. Все, наконец-то зима ушла. Сейчас Даша сказала, попросила опять забрать посылку. 3 дня назад забирали, и опять пришла там какая-то посылка ее. И этот, у нас открыли спортивный центр возле стадиона, ну, рядом, на одной площади, можно сказать, находится. Я хочу, она там с подружками ходит туда, я хочу заехать сейчас, посмотреть, что там есть, ну, просто интересно. И потом заедем, ей передали сегодня 20 евро, Дашке, подружка передала с Германии. Разменяем как раз эти 20 евро и поедем на почту, заберем посылку. Так что вот так. Взяли с собой сменную обувь, я кеды и Дашка свои туфли. Она только что сказала, говорит, там только со сменкой надо заходить. Все, сейчас поедем. Сейчас 4 часа, уже 5 час. Вот пойдет. Только низко сильно стоит. Ну как, встань. Там вот соревнования идут по волейболу. Здесь вот ринг. Дашка будет здесь. Вырастет, будет драться здесь. На ринге. Вон пацаны играют. Ринг такой хороший. Вон девчонки в волейбол играют. Здесь и зимой купол работает. Тепло, Дашка говорит. Нормально здесь? Да. Кайф. Мне тоже нравится. Что, еще чуть сыграем? Пойдем? Минут 10-15. Да. 5-го, 5-10, 15. Ладно, потом включусь, когда уже поедем в этот. Туда-сюда. Давай я здесь ее поставлю. И чтобы не попали. Чуть-чуть.
Все, мы поиграли, наигрались. Жарко сильно. Все, с Дашкой поиграли. Не стал я там снимать, а то там соревнования идут, пацанов, чтобы не смущать камерой. В общем, круто, блин. Сейчас Дашка там переоденется и пойдем. Все, сменку берем. Идем. Да, чистим об остатки снега. Ну там проходили, блин, залезли чуть. И что, скоро чисто будет. Вот стадиончик наш. Там, ну на стадион. Там на самом? Да. Ну что там, круг, да и все. Вот. А это что такое? Вон какая-то постройка здоровая, металлическая. Тоже что-то строят. Так, все. Идем. Вот, считай, трасса. Стадион, забор. Вот это мне интересно, что там строят? Ай, дыма. Блин, надо было этот корпус сфоткать. Это я сама себя поцарапала. Случайно, прям вообще до мяса. Кого спросить, что это строят? Блин, ехали туда. Было солнышко хорошо, но ветер. Сейчас против ветра еще и холодный стал. А Даша еще и без шапки. Глаза твои бесстыжие. Вот памятник стоит. А памятник. Деньги твои будем менять? А что, они у тебя с собой? Да. А давай я сфоткаю, чтобы на память, что у меня когда-то были евро. Давай. Наша мега. Так. Надо было сразу там сворачивать налево. Кайфовать хочу, кайфовать. А давай вот таким вот продадим все наши попыты, которые мы купили. И станем богатыми. Нет, плохая идея. Хорошая. Хорошая. Он уже закрыт. Ты фоткать будешь? Пускай. Что? Нафиг оно тебе надо? Все равно сейчас разменяем. Сейчас теперь с лицом надо. Они могут не разменять, кстати. Потому что может быть этот. Может они помятые, могут не разменять. Они не помятые вообще-то. Все, пошли. Это мое. Меня 20%. Это мне на сегодня. Да? Тенге 16 тенге. Ваша сумма входит 10103. Хорошо. Было больше. Ты, кстати, на другой курс будешь, у тебя цена вообще другая будет. Больше? Нет. Больше, навряд ли. Такой громко. Надо будет расписать там покупка. Ага. Что, куртки нет, давай. Стоит. Чек бери. Зачем? Нужен будет. Все, спасибо. До свидания. Первые твои евро. Были когда-то. Так, этот, бумаги у тебя, документы? Да. Все. Все. Разменяли бабло. Идем на почту. Можно приходить. Уже 6 часов сейчас. Не знаю, успеем ли. Вороны. Сейчас на нас накакает. Здесь лужи еще не высохли. Так, все. Все, довольна? Да, мои евро улетели обратно в свою страну. Нет, они у нас остаются, евро. А, да? Да. Прикинь, если даже отдельно самолеты полные вот такие денег отправляют обратно. Да. Чего он такого не съедет? Он же быстрее на почту едет. Или ветряк отлетала. Он на коронавирус. Прикинь, если у меня зайдет коронавирус, всех же на карантин посадят, хотя говорили-то, что уже не садят. Почему?
Просто. А там нельзя забрать? Да, конечно. Может, почта не работает? Получение посылок, бандероли и маленький пакет. Да. Все, две посылки забрали. У нас там уже матерились. Так, ничего не забыли, ничего не потеряли. Она стоит 1500. Ну, 600 точно. 180. Это номер цена? Да. 400 можно нормально уже. 400, 500, да. Он поздоровал. Квас делают из хлеба. Ну, настоящий, да? А не, настоящий тогда. Нет, ты сама бери. Нет, пошли. Ну, он светлый. А где тут еще? Наверху. Не хватит. Квас, просто квас. Это я же чел, который может делать. Ой, квас, просто квас. А он не выйдет? Должен. Дашка подружку встретила с танцев или откуда? Малепусенькую. Это кто, Даша? Не знаю, надо так. С Анжеликой. Все, короче, вырубаемся. Садится батарейка. Всем пока. Заканчиваем этот ролик. Не знаю, какой получился. И как специально, солнце вылезло только в конце ролика уже, когда закончили. Ладно, все, идем. Главное, квас не уронить.